В Шотландии началась кампания перед референдумом о независимости, который намечен на 18 сентября. По данным опросов, число противников выхода из Великобритании составляет 40%. За независимость выступает около 30%, но в последнее время их число увеличивается. На данном этапе мы действительно довольны ходом кампании. На мой взгляд, вся энергия, все идеи сейчас на нашей стороне. И каких бы взглядов ни придерживались люди относительно референдума, все сходятся на том, что именно с нашей стороны исходят все положительные идеи и агитация. Их оппоненты проводят кампанию под лозунгом «Вместе лучше». В отличие от сторонников независимости, они утверждают, что экономические и политические последствия отделения будут весьма болезненны. Думаю, что мы не просто можем победить, а что мы действительно победим. Полагаю, что победа будет легкой, потому что люди предпочитают разнообразие. Они хотят больше полномочий для шотландского парламента, но желают быть частью чего-то большего. Только мы, я считаю, предлагаем Шотландии лучшее решение. И вот почему я думаю, что мы победим. В референдуме примут участие все жители Шотландии, которым на дату его проведения будет более 16 лет. Шотландия входит в состав Великобритании с 1707 года.